Наличие документов на каждую операцию, будь то накладная, договор или квитанция об оплате, предположим, мотора для авто, один из показателей легального бизнеса. Казалось бы, закон писан для всех, однако итоги контрольных мероприятий говорят об обратном. Некоторые горе-бизнесмены на свой страх и риск идут в обход буквы закона. Как показывает практика, нарушителей не пугает даже перспектива штрафа в размере до 50 базовых с конфискацией товаров и выручки. В ходе проведения контрольных мероприятий сотрудниками инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Ленинскому району города Бреста совместно с сотрудниками ОБ ПРОВД Ленинского района города Бреста на авторынке города Бреста установлен факт реализации индивидуальным предпринимателем автопринадлежностей без документов, подтверждающих их приобретение. Именно попытка обойти букву закона сыграла с горе-предпринимателем злую шутку. И в итоге наказание продавцу запчастей избежать не удалось. Нелегальная деятельность обошлась бизнесмену слишком дорого. В результате проведенных мероприятий индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности, а сумма штрафа составила 750 тысяч рублей. Имущество, предполагаемое предпринимателем к реализации, конфисковано в доход государства на сумму свыше 90 миллионов рублей. К сожалению, такие случаи не единичны и не всегда обусловлены незнанием нюансов налогового законодательства. Как правило, незаконные действия – процедура умышленная, благодаря которой нарушитель надеется избежать уплаты налогов и получить личную выгоду. Однако не стоит забывать о том, что в данном случае вместо финансового магната можно в мгновение ока стать все тем же финансовым банкротом.